Мы же на лошадках не катались, кстати. Какие новички прекрасные. Новички? Лошадка, блядь, не полюбишь, я тебе говорю. Люби меня, лошадка. Любовь, мышка, не так работает. Вообще-то так. Медведи агрессивные? Да. Если он с детенышем, то да. Если я его детеныш. Кстати, этот точка работает, которая этот. Которая этот? Да нет, лошадки хуёво работают, я тебе скажу, блядь. Умри, лошадь, значит всё, ты умрёшь. Ну как это, спайглаз называется, брат? Труба этот, смотрительная. О, нихуя себе. Какой красивый ребенок у медведя. Можно потрогать? А сейчас лука прикольно стрелять, кстати. Брат, ну моды вроде работают. Тут, знаешь, такие последние моды. Последние. Ну, стульчики есть, всякая мебель есть, холодильничек есть. Занавески есть. Есть раковина. Есть тумбочки. Есть табуретки. Есть 15 тысяч видов, кстати, этих табуреток. Всякой такой хуйни. Ты это, ты не хотел Майнкрафт? Ой, блядь. Я люблю тебя. И поставлю тебя на этот стул. Я еще ни одного кролика не увидел. Может быть, они вымерли. Лук. Сейчас пробую лук впервые в жизни. Не знаю, что я не пробовал лук. Брат, ты заплачешь, если ты попробуешь лук. Заплачу? Да. А за что платить? За лук. Я, кстати, с арбалета не могу стрелять. Если интересно. Арбалет не работает. Я думаю, тебе не интересно. Что ты решил? Блять, корова иммунитет стрелом умеет. Ты знал это? Новый вид коров. Так, ладно, все. Я вроде все протестил, теперь пора тебе все скидывать. В Майнкрафте ли? Я не подписывался на Майнкрафт. Invalid Operation.
Кто бэкнул? Кто бэкнул?